Мы решили пойти на такой риск и сделать абсолютно другого плана программу, лирическую, где будут просто 95% это песни о любви, это лирика, это вот продолжение 8 марта. Вот, чтобы, вот для всех, что называется, для всех, для всей прекрасной половины человечества. И назвать эту программу «Ты моя». Да, безусловно, там будут мои самые известные патриотические песни, но там будет буквально там, ну, песни две, наверное, три, может быть. Мы ее презентовали в Москве, в Крокусе. Первый концерт мы запустили еще осенью, и он просто ушел, просто все билеты раскупили, разлетелись. Мы запустили второй концерт, то же самое. Мы запустили третий концерт, и на третьем концерте тоже все билетов нет. То есть три Крокуса полностью были распроданы, раскуплены, все. Я понял, что мы сыграли концерт этим, программа прошла успешно. И вот сегодня мы презентуем ее в городе Санкт-Петербург. Посмотрим, как примут здесь зрители песни и меня нового. Да, мы сейчас будем комплектовать небольшие букетики. Вот, пожалуйста. И всей прекрасной половине мы, я думаю, как раз таки, прошу вас. Спасибо. Сейчас. Тут. Трава. Да.